Да? Так, это у нас какое? 13 октября 2019 год. Ульяна, а что это такое? Озеро, речка? Речка. Это Лопань. Обалдеть. Слышишь, а мы тут, надо с Северной Салдовки перебираться. Улёк, а как этот район называется? Новосёлоха. А Новожаново? Вообще, так слышишь, запад, это на юг выходит, это значит, здесь как раз садятся и Юпитер, и Сатурн, и все на свете. Ты представляешь? Я переезжаю сюда. Уля, Масочка переезжает. Не, ребятки, там полнолуние у нас. О, кстати, вчера вечером много. Обалдеть. Сейчас, наверное, были бы еще просто плюнули. Ну, люди делятся на три типа, которые с высоты хотят плюнуть, которые высоты пугаются и которые хотят прыгнуть. Совершенно верно, ты знал? Я просто, наверное, один из таких. Так из каких? Ты же мне скажи, чтобы я знал хотя бы, что мне ждать от сына. Прыгать. Прыгать хочешь? Пойдешь в десантик, я надеюсь. Да, я более тривиальный, я плюну. Я тоже. Мне какая-то дурость. По-моему, у меня все типы. И плюнуть тебе страшно, да? А ты помнишь? Нет, ты, конечно. Страшно в прыжке плюнуть. Да, наверное, так. Ты помнишь, как мы в компасе были, и ты сказал, я тебя спросил, тебе года 4 было, или 3 даже. Я говорю, ты высоты боишься, ты сказал, я высоты не боюсь, я падаю с высоты боюсь. Да, теперь это мимо стало. Ну, я думаю, что это не только ты так говорил, но, в общем-то, сказал, это очень классно. Мозг плюнь. А ты, Ростик, не боишься? Нет. Ростик, не боишься высоты? Ну, вообще, начали боюсь. И сейчас уже будем. Сейчас если упадешь, то... Вообще красота. Шикарнейший вид. Твой айфон упал с 10 этажа. Помнишь, ты его подбросил?